Hola, amigos, с вами Ти, и это Робокрафт. И я не знаю, что больше сказать. Прикаляете? Наверное, вы все про эту игру хоть как-то да знаете. Если же нет, то вкратце. Блин, даже не знаю, как вкратце объяснить-то вам. Тут создаешь своего робота. Ну, как сказать робота? Можно создать машину, летающую херовину. Любую вообще ездящую, летающую, там, прыгающую, ползучую херовину. Это грубо. О, быстро. Да, быстро. На них вешаешь пушки, вон, как у меня, видите. Различные пушки, при том хочу заметить. Тут их, конечно, не так много. Хотя крутизна тут понятие растяжимое. Бывает, например, тут каждый робот ограничен, как бы говорит, ЦП. Вот максимально ЦП — это 2000. Бывает, роботы на 2000 хрен пробьешь, да? Даже Гаусс пушка не помогает, а она умеет разбирать неплохо. Это, наверное, сами увидите. А есть такие, которые просто пальнешь, тынь, и он уже половину ХП просто фух, и нету. Разбирается на ура. Ну и самое интересное в этой игре, это, конечно, видеть прям, как это так сказать, так красиво. Эх. Изделия других. Да, изделия других. Но я не помню, как это правильно назвать-то. Забыл, такая что? Мысль. Нет, мысль была такая, знаешь, эпичная, великая, крутая, но она что-то канула в небытие. Ну, соответственно, ставишь к своему молчанию. Я-то пока не такой крутой монтажер. Плюс еще проблемы с авторскими правами. В общем, не хочу запариться пока на это. Мы играем в арену лиги. Так это называется. Ну, просто лига. С рейтингом. Надо захватывать точки, чтобы вон полоса сверху заполнилась. Кто первый у кого первого заполнится полоса, тот и победил. Можно помешать. Это то, как говорится, это, блин, заговариваюсь, извиняюсь. Вот она. Видите, хреновина какая интересная. Пример моей прям. Кстати, есть прикольная фишка. Берешь просто и настреляешь по пушкам, и уже ездит хреновина, но без пушек. Ой-ой-ой. А ты такой довольный. Саня, мне не помешала бы поддержка. Так вот, бегу. Их тут двое. А, не удивляйтесь насчет флагов. Мне просто нравятся флаги, а российского у меня нету. И русского. Блин, кто правильно? Как правильно сказать? Наверное, российский флаг все-таки. Не русский. Русский — это язык. Не бывает же язык российским. Хотя, наверное, кто-то такое говорит. Вот не люблю, когда такие попадаются. Разбираешь долго-долго. Дробовик херачит. Знаете что, товарищи, наверное, надо звук будет убавить в игре, а то громковатый. По крайней мере, в наушниках я охеренно его слышу. Вон лечилки есть. Вон, а это херовина. Летающий. Он подлечит своего братана. Тиммейта. Надо завалить его, пока не улетел. Ай-яй-яй. Улетит же, улетит. Блин. Единственное, что меня в моей же штуковине напрягает, это непонятное управление. О, на, нафиг. Чуть не восстановился, сволочь. Ушел, да неужели? Вот сволочь. Сань, там наверху почти разбитый. А, тут нет настроек. Ладно. Потом сбавим звук. Блин, со всех сторон окружили. Ох,
хоть кто-то пришел спасти мою шкурку. Я не ушел, надо было воспользоваться моментом. Все, мне сейчас ужас. Сейчас меня разберут, разобрали. А ты как там? Они этот ближнюю точку. А почему у нас 11%? Наверное, потому что базу разносили. Хотя хрен его знает, не должно быть. Я за боем невнимательно следил. Это потом на видосе можно будет увидеть, что творилось. Мы пока в минусе. Надо этот Икса как-то так его завалить. У него этот лечилки. А это ты за среднюю точку борешься? Да. Я от нее не отхожу. Ну и правильно, не отходи. Блин, капец. Что-то я в этом бою бесполезен. Да, наш вообще, наших разносит помощь. Фига, они там все на точке. Поеду-ка я лучше захватить другую точку. Пока они там. Пока наши разбираются, я захвачу. О, протониевое ядро. Шанс сравнять проценты. Чтоб вы знали. Ага. У дробовика есть одно преимущество. Вот много скотина-то, а. Много урона. Так, надо помочь. Расфигачить как можно больше. Давайте, давайте. Да, мы тут надо этот сейчас базы захватывать. Да. Все. Они, кстати, я этот точки сразу захватывают. Надо быстрее этот захват. Сейчас будет проценты нам сокращать. Уже начали да сокращать. Да что за хрень такая? Меня глушат, что ли? Не знаю. Блин, ну они сейчас вытащат кучу процентов. Вот бы захватить вот сейчас еще и другую точку. You have captured the point furthest from your base. Spotted. Spotted. You have captured the middle point. Да ё-моё, я промахнулся. Там нужно этот сейчас на базу напасть было бы. The point nearest to your base is under attack. The point furthest from your base is under attack. На защитов тут. Тихо-тихо. У него Тесла пушки были. Жуткая вещь. Точнее, не пушки, а просто ближнюю. Да блин, что ты мне мешаешь? Все, подлечился, сволочь. Кто там ближний захватывает точку нашего? Нет, никто не захватывает пока. Этот среди. Этот. Остерегать, кто там такой умный? Фига он. Все, меня сейчас разнесут, блин. О, нифига. Нифигово так-то попал. А, блин, лечилка подъехала. Гребаная лечилка. А, наша тоже есть лечилка, офигеть. Среднюю точку захватывает. Дотяни, дотяни. А, дотяни, дотяни, блин. О, нифига себе. Нифига там. У дробовичка нашего. Урон. Блин, точку другую дальнюю надо захватить.
Ну или этот просто расфигачит. Это к Сане надо заходить. Вот. На нафиг. Он у них лечит, отвечает за лечение. Без него они сразу же рассыпятся. Что, в общем, это и случилось сейчас. Блин, не вижу, куда... А, сейчас валил. Правильно, вали. Надо на дальнюю точку ехать. Или ты иди в среднюю бери. Вообще неудобно Тесла пушками орудовать. Точнее, Гаусс пушками, блин, я опять оговариваюсь. Вот, видите, видите, как это работает? Почти без бесповоротный пипец. Все, даже не ушел. А, блин, надо... Опять, да, опять. Среднюю иди захватывай. Пока этот... Бегу. Пока наши пытались биться. Но не пытаются что-то. Сейчас ближний приедет. Угу. Но я буду ближний пытаться отхватить до сих пор. Потому что ты этот... А, или не буду пытаться. Или потому что там много противников. Блин. Помоги, блин. Да что ж такое-то, а? Это как назло не попадая. А вот как назло же. Да, а? Ё-моё, надо было. Все защищаем. Да. Походу сольем бой. Или нет? И правильно делает, что этот. А, блин, надо точку одну хоть отхватить. Смысл сейчас в том, чтобы точку отхватить больше. Быстро они. А почему бы нет? У них больше мощностей. О, я завалил. Точки надо спарить было, а не это. Я стою на точке. Блин. Нет, вдвоем гасят. Не, вдвоем гасят на этой. На ближней. Даже никто помочь не едет. Все. Разнесли. Должно чудо случиться, чтоб мы вытащили. В этот раз моя чудо-машинка не помогает нам. Фига, 23 тысячи урона. И я последним иду потом. Ну, конечно. Да твоя невидимость нифига не стоит, я все равно ее вижу. А вот это стоит. Все. Такая хреновина вообще легко разбирает. Да слили, все, продули. Даже можно не пытаться уже. Я хочу что тут пробовать, даже тут так видно, что солее. Чем выше лига становится, тем сложнее бои. Грёбаные щиты, сколько их много у него, а? А вот и прилетела поддержка в виде лечения. Все. Продули. Да уж. Дефит. Тоже купить себе дробовик, что ли? Поражение. А у меня есть выпал из ящика.
Есть дробовики. Не, я говорю, машинку вот. Узнаем, что нам выпало. Сколько еще опыта на грибу с этого боя? Почти 57-й. Нифига, уже в клане 9 лямов. Клан, если что, не мой. Я чисто участник, сразу предупреждаю. Это не скилл, где я всем рулю. Ну, я хоть на золотой лиге остался еще. Я тоже. Там лига хитро сделана. Сейчас покажу. Видите, 5 звездочек. Получается, 1200 началась золотая лига, 1300 первая звездочка, и вот так. Сколько тут? 1400, 500, 600, 700, 800 будет, наверное, следующая лига. Да, где-то так. Завод. Покажу вам сейчас. Это вот как раз, где люди все выставляют. На продажу. И какие стоимости. Робочастицы, так они называются. Дорогущие. Здесь вещи. Вот тут сам изготавливаешь. Кубики. Хопаньки, хопаньки, хопаньки. Херачишь, херачишь, херачишь. А вот тут утилизация. Нашел. Продать. А тут... Тут просто все, что у меня есть. Я еще без проблем могу. Покупай. Так, ладно, надо этот, наверное, оборвать видюшку. Там уже, наверное, накрутило много. Ну что ж, дорогие зрители. Бай-бай.